Привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Сегодня 17 мая, и мы идем с вами на рынок, на пятничный рынок в Алании. Какая сегодня погода в Алании? Днем было плюс 30, очень жарко, но сейчас уже 6 вечера, и погода очень классная. Поэтому давайте я вам покажу цены в мае и ассортимент. Уже есть арбузы, черешня, клубника. Ну, в общем, все очень вкусно. Посмотрим, насколько это здесь дешево. В начале рынка продаются помидоры по 2,50. Цены, кстати, немного упали. Вот такие вот огромные, классные, красивые 3 помидоры. Лиры. Вот такой вот красивый перчик. И почем сегодня у нас лук? Лук по 3 лиры, тоже по 3 лиры. Картошка по 5 лир, цена немножко упала. Свежая картошка. Огромные кабачки органические, 3 лиры. Помидоры и огурцы, очень хорошая цена. Лира, всего лира, лира 50. Здесь, как обычно, варят кукурузу. Кукуруза, 3 штуки 10 лир. Можно купить также вареную кукурузу. Есть вот такие вот 4 штуки 10 лир и 5 штук 5 лир, совсем, совсем мелкая. Большое количество перца, 4 лира. Вот этот перец зеленый, он очень вкусный, его очень вкусно кушать с солью. Есть острый перец и фасоль и дыни. Дыни у нас сегодня по 7 лир килограмм. Очень вкусно пахнут. Шелковица 5 лир. Вот такая вот упаковочка. 5 лир. И авокадо тоже 5 лир. 5 лир штука. Остатки апельсин. В этом сезоне апельсины уже отошли. И зеленая слива 5 лир. 5 лир килограмм. Яблоки. Цены на яблоки немного упали. Лира 50 яблоки. И вот такие вот более крупные яблоки по 2 лиры. И желтые яблочки тоже 2 лиры. Яблоки чуть побольше. Грибы. 10 лир килограмм. Вот такие вот шампиньончики. 10 лир килограмм. Конечно же, большой выбор сухофруктов, 70 лир, различные сухофрукты, миндаль, очень много лукума, чай, даже есть кокос и черешня. Черешня у нас 15 лир килограмм, мирова. И клубника. Ты будешь только клубника? Клубника тоже 15 лир килограмм. Помидоры. Вот эти помидоры 3 лиры. Очень много яблок. Груши. Есть разные груши. Зеленые яблочки. И вот такие вот крупные яблоки мы всегда здесь покупаем. По 2,5 лиры. Очень классные, сладкие и сочные. На самом деле очень сочные яблоки. Сейчас, скорее всего, яблочный сезон, поэтому яблоки по очень хорошим ценам. 3 лиры. Груши уже отходят. Вот остатки груш. 3 лиры. Мираба. И вот эти яблочки тоже 3 лиры. Большой выбор специй. Какие хотите. Кардамон, шафран, карри, микс для рыбы, для мяса. Ну и, конечно же, сладости. Это YouTube? Да, YouTube. Да. Вы по-русски говорите? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Большое чуть-чуть. Немного чуть-чуть. Он 15 лир, очень классная черешня, вкусная, наверное, но мы еще в этом году не покупали. Слива, зеленая слива, 10 лир,
Картошка. 5 лир килограмм. Здесь мы всегда берем картошку. И... Есть по 4 лиры, чуть помельче. Но на самом деле, вот такая вот мелкая картошка очень классная, потому что она прям свежая, с грядки. Килограмм лука. Лук вот такой вот крупный, мелкий, 3 лиры. Большой выбор здесь зелени. Вот такой вот классный острый перец. И традиционно здесь очень большой выбор зелени. Морковь и зелень. Но сейчас туда не подойти. Черешня. Черешня 15 лир. Вот такие вот огурчики маленькие для того, чтобы солить. Нека, да? 2,5 лиры вот такие для посолки. Очень сегодня людно на рынке. Здесь абрикосы, друзья, вот они. 10 лир, килограмм сладкие абрикосы. Вишня, черешня 15 лир. И слива по 10 лир. Также появился виноград, но сейчас он стоит 30 лир. Сказали, что отдадут за 25. Яблоки. 2 лиры. И сладкая груша 2 лиры. И еще вот такая вот тоже груша есть. Очень интересной формы. Я вам показывала ее раньше. Вот эта вот груша очень сладкая. И стоит она 2,5 лиры. Ну, в общем, цены немного упали. Яйца домашние. 90 курушей. Груша и яблоки. Также есть большой выбор лукума. Большой выбор чая. Ну, стандартные такие наборы для того, чтобы вы могли их купить и привезти, например, домой. Вот такой вот перец. Красный большой болгарский перец. 5 лир и зелененький. Вот, слива здесь дешевле. 8 лир. Дыни. Появились дыни 5 лир. И арбуз килограмм. 5 лир килограмм арбуза. Абрикосы 10 лир. Мелкие помидоры. Цены упали на мелкие помидорчики. Стали по 3 лиры. Но черешня вся черешня по 15 лир. Очень большое количество перца. И цены, конечно, на перец упали прям в разы, потому что помните прошлое видео, там цены на перец были запредельные. От 10 лир и выше. Но это было зимой, а сейчас уже сезон перца. Рынок у нас постепенно переместился вот сюда. И вот здесь клубника по 12 лир, тоже дешевле. И появились нектарины. Нектарины кадар? 6 лир нектарин. 6 лир. 15 лир. И 15 лир. 20 лир. 20 лир масла. 20 лир. 20 лир. 15 лир оливки, слива 10 лир. И вот здесь, в основном на площади, где раньше был свадебный салон, теперь местные торговцы вот таким вот образом продают свои товары. Здесь мы вчера покупали мушмулу, кстати. И мушмула была очень-очень вкусная. Если я сейчас найду эту женщину. Лира. 2 лиры. 2 лиры апельсины. И 3 лиры лимоны. Когда приезжаете в Алани, обязательно берите вот эту траву, шалфей. Некадар? 5 лир. Вот такой вот пучок шалфея.
Дальше, что у нас здесь есть? Перец. И покажу вам, у кого мы покупали, если она сегодня есть. Нет, ее сегодня нет. Но именно здесь мы покупали мушмулу вчера. Кабачки. 1,5 лиры всего кабачки. Цена упала. И в той стороне рынка у нас сыр, масло, оливки, яйца, томатная паста. Очень большой выбор сыров. Что еще есть? Домашние яйца, сливочное масло, оливковое масло. Большой выбор приправ. Бананы. Цены на бананы. 10 лир бананы стоят. Вот она, мушмула. Мушмулу мы покупали вчера по 2 лиры, по-моему, по 2,5 лиры мы ее брали. Традиционно здесь сыры, редис, капуста, лук. И здесь разные виды сыра. Кто любит сыр, обязательно приходите. Оливки, цены 20 лир, 18, 24. Зависит, конечно, от вида оливок и от размера. Вот это вот халва тоже домашняя, очень вкусная. И домашние яйца, колбаса и много видов сыра. Сыр килограмм, например, 38 лир, 34, 30. Есть вот такой вот белый сыр за 25. Ну и, конечно же, кто любит сыр с плесенью, тому тот может купить вот этот сыр за 20 лир. Оливки. Есть вот такие вот мелкие и очень крупные оливки. Соленые огурчики и томатная паста. Домашняя томатная паста очень-очень полезная штука. Ближе к лету рынок становится очень таким насыщенным, ярким, нескучным. Конечно, летних фруктов, таких как абрикосы, персики, нектарины, виноград и так далее, еще мало. Это будет уже, наверное, в конце мая. Здесь черешня по 13 лир. Вот самая дешевая черешня на рынке. 13 лир. Почему клубника такая дорогая сегодня, я мероба, не понимаю. Вот она, мушмула. И, конечно же, кофе и чай. Рынок, конечно, очень интересное место. Можно просто ходить, наблюдать, общаться, спрашивать у торговцев, откуда они приехали, откуда привезли все свои товары. Здравствуйте. Дорогие друзья, я купила только дыню. Она мне вышла в 18 лир. И пока у нас фрукты и овощи дома есть, поэтому пойдем в воскресенье. Ну, я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, конечно же, пишите ваши вопросы. Не забывайте о том, что в описании к этому видео есть мой номер телефона, на который вы можете писать все ваши вопросы по WhatsApp. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.